Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Спорткомплекс «Маяк» открыл двери для физкультурников. Тольяттинский хоккеист сменил команду в НХЛ. «Мегалада» лидирует в командном чемпионате страны. «Мегалада» одержала третью подряд убедительную победу в командном чемпионате России по спидвею. На горевой дорожке в Балаково тольяттинцы с разгромным счетом 60-32 победили хозяев трека команду «Турбина». Больше всех очков 16 «Мегаладе» принес Андрей Кудряшов, 14 набрал Ренат Гафуров, по 11 у Глеба Чугунова и Артема Лагуты. Спортивная новость из-за океана. Тольяттинец Алексей Емелин в новом сезоне, вероятнее всего, будет играть за новый клуб Национальной хоккейной лиги. На драфте расширения «Золотые рыцари» Лас-Вегаса выбрали российского защитника. До этого Емелин 6 сезонов играл за «Монреаль Канадиенс». Однако «Рыцари» до старта регулярного чемпионата НХЛ могут проводить обмены с другими клубами лиги, поэтому Алексей Емелин в ближайшие 2 месяца еще может сменить команду. Возвращаемся в Самару. В Юнгородке заработал физкультурно-оздоровительный комплекс «Маяк». Игровой зал уже запущен. До конца июля планируют открыть каток, в сентябре – бассейн. Первыми протестируют лед хоккеисты ЦСКА ВВС, а позже будут тренироваться и другие команды – спортшкольные и дворовые. Расписание занятий пока формируется. График будет составлен на основании заявок от спортивных учреждений и федераций. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!